Чуть-чуть опоздал. Ой, да завалите. Играйте уже. Да-да-да, так хочется сказать. А, точно, я знаю, как надо комментировать. Ну, я думаю, надо бить и забивать. Нет, только не так. Надо, нет. Потянул мышцу, а это 3 недели. Как же мне с этими 3 неделями? А я забыл, где тут зум. А, нет, не забыл. Ты что, заедел к этому? Где еще парень бежит? Скользит и так делает. Нет, я за таким не слежу. А где капли? Да ладно, не следишь. Сегодня вот прям чувствую, Говняно мы сегодня. А он то, что по-твоему? Туда позади, пожалуйста. Ну нет, ты не поймешь, у него просто руки заняты были. Да. Ты снимаешь? Я снимаю. Конечно, снимаю. Ну, я думаю, надо бить и забивать. Нет. Ну что, игра начинается. С вами Юрий Розанов. И кто-то там еще, Василий Соловьев. Ну, пас в никуда, на самом деле. Подожди, будем серьезно. Ну, атака захлебнулась. Но итак, начинается аут? Другая. Со стороны соперника? Да. А неудачные... Ну, я думаю, надо бить и забивать. Тихо. Не надо бить и забивать. Так это не наши ворота. А, это наши ворота. Дебил, это наши ворота. Ну, извините. Погода, конечно, не ахти. Снежно. Напомним, что сегодняшний матч обслуживает судья, как кто-то там, Пипуткин. 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 Да, Пупиткин. Ты имя его помнишь? Пупиткин. Пупиткин. Ну, удар. Ну, можно сказать, хороший удар на самом деле, да. Не точно. Или защита отыграла идеально. А вернее всего и то, и другое. Хорошо, отыграл. Так. Ну, и игроки будут скидывать сам. Единственный момент, когда это может сделать полевой игрок руками. Ну, удар. Но это не удар, это ты что? Ну разве это удар? Такую несуразность даже в компьютерной игре не увидишь. Так. Выходит один на один. Ну, я думаю, надо бить и забивать. Ну, но было, ну, красиво, ну, согласись. Да, 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 было красиво, на самом деле. Я мяч потерял. Очень скользко сегодня на поле. Но нет больших сугробов, это тоже хорошо. Да. Игроки... Игроки играют. Женя, что ли, пришел? Мне показалось, я услышал его. Неточный пас. О. Ох ты, елки. Ну, мяч приходит к противнику, но его еще надо удержать. И остается непонятным этот момент, чей же мяч, чей защита, остается? Защита отыграла хорошо. Мяч выйдет. Покидает поле. Ну, будут скидывать... Зачем ты так делаешь? Тебя там не видно было, если бы ты рожу не высунул. Те все знают, как выглядит комментатор. Юрий Розанов. Никто не знает, как выглядит Юрий Розанов. Я его даже не знаю. Игроки будут скидывать. Броском двух рук из-за головы. Какой прыжок был. Аршавин? Мне пока... Удар. Мне понравилось, как он лежит. Попытался забить. Не, но все-таки он пытался. Да. Он сделал все возможное. Ну, на самом деле, опасные моменты были, да. И это тоже очень даже... Был. Да, это тоже уже был. Вратарь. Какой удар. Где мяч? Неточный пас. Ребята будут скидывать. Слушай, что-то как-то вяленько мы сегодня. Наверное, надо было проснуться раньше. Да, если кто-то не спал.
то он бы давно сдох. Что? Почему? Ты не знаешь, что если не спать, то можно сдохнуть. Многоножно? О, да, точнее. Итак. Итак, многоножка. Пас. Не точный пас. Точнее, пас никуда. Там разве есть такой комментарий? Это я уже придумал. Ого! Да ты, походу, это, 16-ю фифу будешь потом озвучивать. Атаку! Атаку! Я думаю, надо бить и забивать. Ну, останавливать его уже нет смысла. Сейчас бить. Да. Встречать. Завали, а. Не кай. Ой, какой там лес уже? Где мяч-то? Ну, на самом деле говно. Удар в никуда. Давайте будем честными, говно. Да. Извини, конечно, но это не удар, а полное дерьмо. Блин, что-то сегодня какое-то поле, какое-то тоже говно. Да, как-то скользковато, дорогие зрители. Дорогие. Номер 14 скидывает. Александр Студенный ловит. И? Это рука была, я видел. У них у всех есть руки. У меня нет. Че? А, нет, попали. Рук. Попали. Может быть, палки есть? А пальцы? Культяпки нет. Такие. Культяпки, да. Ну-ка, сейчас будет. Лисандры висят. Так, удар. Ну надо бить и забивать, ребят. Удар. Еще удар. Гол! Красав! Ну ёп! Ну, это, понимаешь, это уровень, ну, все-таки. Да. Я, правда, не видел мяча, я просто снимал ворота. Там где-то оно что-то было. Что-то было, как-то было. Ну, не суть, ребята. Перчатка полетела. Конечно, ребята не суть. Ребята молодцы. Перчатку подняли. Какую? Без понятия, кто-то бросил перчатку. Кому? Кому-то, кто-то подобрал. Бросаем перчатки, бросаем палки, все нормально. Итак, ой, как спорт. Не, сегодня вяленький матч, можно даже будет не смотреть этот самый комментарий. Это о. Ну, матч не вяленький. Вяленький комментатор второй, который проспал. Ой, ну ладно уже. Ну, нам за это не платят, поэтому мы можем делать что хотим. Ай, как хорошо, что у него срезался мяч. Зачем он срезался? Срезался? Зассал. Не засал и подошел. Да, вот у нас там кто-то не засал, подошел и забил. Ты молодец. Скидывают мяч. Ох ты. Выбивай. Неточный пас. Или защита сыграла уверенно. А вернее всего и то, и другое. Ну тут не защита, а нападение играла. Ой. Что? Я не понял. Я тоже не понял. От кого-то отскочил. А, я понял. А ты не понял. Он так медленными темпами подходит к воротам. Вот какой хитрый игрок, а. Ну, я думаю, надо бить и забивать. Не точно, удар не точно. И мяч пролетает в считанных километрах от ворот. Как же меня бесил этот комментарий в фифе. Ой. Игрок подскользнулся, но ничего. Кажется, игрок получил травму, а это 3 недели. И остается непонятно в этот момент, чей же останется мяч. Как-то они играют между собой. Нет, опередили. Да что ж ты падаешь? Пацаны, короче, хотят это штрафные себе. Че, у меня мяч тоже скользкий. Летящей походкой. Удар! Ой, прям вот сейчас реально очень далеко было. Не рассчитал силу удара игрок. Молодой игрок, он только начинает свою карьеру. Ну, как сказать, они все молодые так-то. Позвали, я пытаюсь корректировать. Ой, вот жиж, говнарь, все порчу. Проспал, так еще и портишь все.
говнюк ты. Все, 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 теперь я только оператор, все, Сталина молчу. На тебя нет. Есть. Где? Ну, а, потерял мяч. Эх ты, елки-палки, как же. Мяч перехвачен. И некому... забыл слово, но некому, короче. Ой, 10 минут от тайма уже прошло. А у нас все еще комментарии говно. Ты че? Знаете почему? Знаете почему? Потому что кое-кто проспал. За... За... Кто-то не выспался, видимо. У нас комментарии с каждым днем все хуже и хуже. А знаешь почему? Потому что ты с каждым разом все хуже и хуже спишь. Мне кажется, я вообще не выспался. В этот раз вообще проспал. Мне кажется, я не сплю. Мне кажется, это самый, короче, бойцовский клуб. Понял, да? Что бойцовский клуб? Ты там мыло, что ли, дома делаешь? Конечно. Вот так вот. Как отыграл-то? Как отыграл? Игорь отыграл и своего ударил, но это... Ну, без своих, чтоб чужие боялись, все правильно. Ну да, ну да. А может, мне показалось. Может, просто косоглазые чмо. Я думаю, сейчас в команде стоит играть в защите. Вот, что-то это, чуть фотографа не убили, ёлки-палки. Да там фотоаппарат стоит больше, чем вся ваша жизнь. Насколько мне известно. А мне не хуй известно. Ой, ничего не известно. Крутский в прыжке теряет мяч. Я не думал, что он упадет. Отлично. Отличная отмаза. Отличный комментарий. Капитан вот, команды. Ну да. Вот, ну, неплохо. Лучше, чем у нас. Ну, можно сказать, что. Защита захлебнула. Ой, защита захлебнула. Или это комментаторский штамп, но я надеюсь, что понят, буду верно. Скидывает мяч. Только не за... За... Не заговняй, да. Да сегодня мяч прям в аут летит. Да-да, бить и забивать. Я поздно сказал, возможно, он бы забил, если бы я раньше сказал. И чуть не пропустил гол. Хорошо, что его проснись, не было. Блин. Да хорош, я не сплю, я засыпаю. Я только засыпаю, да? Да. Я всю неделю не спал, как... Ох, как отыграл головой, брат. А. И опять спал. Да что ж такое, ребят? А знаешь, что мне кажется? Что тебе кажется? Что я опять слышал голос тренера. И у меня есть подозрение, что вот человек с зеленой сумкой — это тренер. Второй, первый. Не знаю, короче, как у них там иерархия, но мне кажется, он есть. Он же не может не приехать. Не, может, конечно, у него все-таки дела бывают. Все-таки человек. Да. Вот и дела, кто-то спит. В общем, игра сегодня на самом деле никакая. Игроки все время скидывают мяч в аут, как и сейчас. А сейчас это, если кто-то будет считать ТТД им, например, Бубнов, он просто их уничтожит. Аргументировать у меня тут собрался. Так. Эх. Ой, ёх ты. Какая красивая комбинация. Ах ты, елки-палки. Хорош. Уф. Ничего не увидел, но, наверное, там было красиво. Вот, аут. Шо таки? Вот у меня вот просто
А что происходит? А вот у меня просто вопрос. Че? Ты знаком с тем Хазановым, которого я сейчас, так сказать, ощущаю? Нет. Ты причастен, я спрашиваю, к этому Хазанову? Геннадию? Не Геннадию, именно к Хазанову. Не, Хазанова я не видел давно уже. А вот я что-то как-то его почему-то сейчас... Возможно, ты пустил его наружу? Нет. Не пускай Хазанова. Буди Хазанова. Ой-ой! Хорош! Давай! Это печально. Потому что, ну блин, спас все-таки, ну елки-палки. Итак, 1-1. К концу подходит первый тайм. Ну, на самом деле, так-то он кончился. Надо было еще... Перед ударом надо было свистнуть, и все было бы хорошо. И вообще идеально. Ну, судья, ну что ж ты, время-то. Какого члена он останавливает видео-то? Эх, опять мяч выбросил. А, вот опять. Там вообще отрицательный ТД. Парень не долбанный. Ой, да ладно, это соперник, что ты, блин. Все-таки жалко, какой-то солнце не стало. Все понятно, за кого. Ой. У них вообще какая-нибудь турнирная таблица есть? Или они просто так играют? Не, есть у них таблица, конечно, ты чё? Ай, далеко отпустил. Ну, атака захлебнулась. Или, возможно, это начало новой атаки. Игрок скидывает за боковой. Удар. Гол. Молодец. Все, конца первого тайма. Да. Хурма, короче, ребята. Играйте жестче. Задолбали. Не спи, ты задолбал спать. Еще свистит, блин. Козел. Ты омлет сожрал свой. Ты будешь смотреть на свой нос. На этот? Это был рот. Да, вот если так. Молодец, испачкал объектив. Я не испачкал объектив. Конечно, не испачкал, ты же до него не дотронулся. И мы не скажем Антону Захарычу, что ты испачкал его объектив. Я не испачкал его объектив, я даже не дотронулся до него. Потом все перешлешь, да? Нет. А, так, собрание. Важнейшее. А вот сейчас мы и узнаем, сколько тренеров. Нет, сегодня один тренер. Сегодня тренер один. Нет. Ой, какой молодой. Едрик какой. А, не молодой. Или молодой. Успокойся. Я не могу. Ты смоги. Женя успокоился, я думаю, 13-й дивергент, голодный, 50 оттенков голодного дивергента в лабиринте, вот новое название для нового фильма. Итак, надо это остановить, говно, и так скоро начало второго тайма, вот, знаешь что? Че? Мы начинаем, тра-та-та. Ра-та-та. Но уже поздно. Уже. А мы, кстати, можно склеить наоборот, и будет как будто бы это первый тайм. А остальной второй. Ах. Ребята, ну что это за игра? Рената Литвинова. Я не понимаю, блин. Удар! Вот это что? Не умирай, я с тобой. Держись.
Отобрал мяч. Молодцы, нет, молодцы. Не отобрал, не молодцы. Ну нормально. Хрустки, хрустки. Бац, катай. Давай. Где мяч? А лучше бы они картошку так собирали, как играют. Путин картошка. Ребята, ну давайте жестче играть. Ребята спрашивают. Ты хорош. Удар. Да там никого. Атака захлебнулась. Или это начало новой атаки. Или это... Ай-яй. Ну что ж. Ай-яй. Игорь, ну ё, молодец. Мужик, ух да, ты, да. Дважды вытащил. Успел. Не успел. Успел. Не успел. И... Не трогай, ну. Тронул. Нет, 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 не получилось. Ай, упал игрок. Это фол. Получил травму, ну. Пенальти. А это 3 недели. Пенальти. Пенальти. Какой пенальти? В смысле, человека уронили? Да, если я на улице уроню человека, мне тоже пенальти прибегать? Конечно. Смертная казнь. Ох, какой подхват хороший был. Ну. Кому он дал пас? Никому, он аут скидывал. Он не давал пасы. Да, но зачем он чужому игроку скинул? А? Это жест... Это тактика такая, да? Да, это как-то жест добрый такой. Добродетель. Ну, сам понимаешь, ну как бы... Ну, о! Сейчас нужно бить и забивать. Ну, давай, добивай! 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 Кар, вот, ну... Конечно, на шару, но молодец. Здорово. Он проспал. Снимай игру. Я, да. Но, блин, еще не началось. Что ты меня обманываешь? Ну и все помню. Честно говоря, оттуда всякие бобки лезут. И так 2-1. И так. Я сака буду. Забил второй мяч. 8 вроде. 4. Не 8? А мне кажется 8. Либо 4, либо 8. Они так похожи. Они так рядом бежали. Я точно знаю, что первый удар был за номером... сейчас. Русский бил. Сейчас. Ну да, но номер-то нужно узнать человека. Будь, ну, все-таки уважительно относись. Я сказал, что это номер 14, а ты мне не верил. Уважительно относись к человеку. Смотри игру, надо бить и забивать. Ну... Если у человека есть фамилия, это не значит, что его нужно по фамилии называть. У него еще есть номер. Пофалите там. Опа. Ребят, пофалите, пофалите, ребят. Так будет забивать. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну, по свистку, наверное. Да, они... Это логично, на самом деле. Ну, выбивай. О, Игорь, хорошо. Ну, я думаю, надо бить и забивать. Нет, слишком далеко кинул. Уничтожай. Блин, он слишком... Да надо было хотя бы в вратаря врезаться и сбить его. Да. Насмерть. 3 недели все-таки. Три недели. Вообще монстр. Будённый забежал, выбежал. Удар! И никого на подхвате нет, на подборе. Будут скидывать за боковой. Так, Будённый. Номер 11. Что-то они там... Что-то как-то они гладят мячик там аккуратно. Капитан команды, удар! Эх! Ох, капитан упал. Пенальти. Печальный факт, но капитан упал. Капитан не упал, капитан прилёг отдохнуть. Давай,
Я вспомнил, Алексей Пипуткин. Отлично, прошло полчаса, я вспомнил, как зовут Пипуткина. Давай. А как насчет ног там, типа, на земле нет? Или только в нашу сторону суется? Ох ты, защита сыграла отлично. Но они не смогли удержать мяч. А, давай, в руки, в руки. Что-то скользкий мяч, походу. Не-не-не, можешь не бежать уже, он... Хитер бобер. Блин. Неплохо, неплохо сыграл. Неплохо. Не, плохо может быть, я просто не разбираюсь в футболе, но неплохо. Такой монгол. Где? В синей форме. Монгол шуда. Ох, как он это сделал. Да, глянь, ты подкат за подкатом, прям как я в фифе. Просто подкат в никуда. Да пошел ты, с тобой невозможно играть. Ты когда с ним в фифе играешь, он тебя тоже постоянно подкатывает? Да. Я он задолбал, он делает. Он все только лечит. Не-не-не. Да. У него там все делают красненько. Просто в... Воу. Будут опять бить головой. В 7-й FIFA просто там чуть не так, как в 14-й. Ну как чуть? Абсолютно не так. Уйди, Илья, уйди оттуда! И там проще. Да что ж это? Да что? Еще что ли головой? А что с Юнитом-то? А, он хочет, чтобы тот пятый скидать. Да. А, они скидывают за боковой. Фу. Блин, как-то он странно упал. Очень, очень странно, очень опасно, главное. Игрок покалечился, а это 3 недели. Парень реально покалечился, его поднимал. Русский мужик просто. Зачем? Благодетель. Он просто добрый человек. А, в смысле, поднимал? Да. А что ты, он думал, опускал его просто? Слышишь, ты валяйся вообще никто. Ой, ты, ой, молодца, давай. Ай-яй-яй. Будённый, беги! Так, от него убил. Да, Будённый скидывает. А там никого и нет, не добежали еще. Замена. Ух ты. Опа. Такие, что это было за подача? Игрок упал, но игра продолжается. Ой, как же... Защита сыграла очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Мне нравится. Да. Я бы купил себе такую. Я бы тоже купил такую защиту. На самом деле, если... А прикинь бы, вот сейчас вот я вот чуть не обосрался. 9.45. Я должен говорить, а не ты. Ты не умеешь говорить, ты спи вообще. Ну и ладно. Я пошутил, дурь. Так, угловой, это вообще. Это я просто, я вот... В шоке. Я в шоке. А что такое угловой? Непонятно. Непонятно. О, просто пролетел. Давай там. Нам повезло. Непонятно. Непонятно. Нам нужен третий мяч. Непонятно как-то. Рева. Кто это, Люд? Кто это? А я... Кто это, Люд? Что-то я овощ. Вот ты какой. Хуй-хуй-хуй. Какой удар был. Отобрал мяч. Пас. Неточный пас.
Ростик. Хотя нет, точно. Ростикс. Ростик. 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 Дай пас, отдай пас, отдай пас. Роза. Роза, Ростик, Роза. Да, теперь ушел. Теперь ушел, уже да. Уже да, ушел. О, господи, бабулечки. Сладкий. Пирожок. Не подвезешь меня, а я тебя чайком угощу. С пельменами попогрызешь. Там с пивом было. Ну, а у меня нет пива, есть только чаек. К тому же ты не пьешь. Чаек. Да, о, как обманул всех просто. Водку жарешь. Зачем ты опять это делаешь? Хазаныча? Ты пустил Хазанова, не надо было его пускать. Капитан команды играет. Вот плохо сыграл капитан. Хотя он ничего такой. Ого. Ну что, бабушка, это хочет еще поерезвиться. Ерезвиться. Фу. Ерезанов. Что происходит? Кто это? Кто этот мальчик? Порезвиться, в смысле, пирожками накормить или что? Да нет, своими пирожками, с мясом накормить. Фу, все, хорош. Вот это был удар, вот это удар. Это сладкие мои, давайте играйте получше. Ей-богу, бабулю порадуйте наконец-то под 40 лет. Под 40 лет? Нет, а уже 70. Под 40 лет? Да, это как типа старость. Много под 40. А это капитан команды играет, вот смотри какой удар был. Ай-я! Ну ничего, ничего, ребята, еще есть время, поиграйте. Это нормально. Что это? Кто это? А это 3 минуты осталось. Кто это? 3 минуты. Кто это? Это тренер. Кто это? Как это? Зачем он забежал? Чтобы ударить подальше. Что-то он плохо ударил. Вот он и красава. Боткевич играет. Вот и я помню его фамилию. Боткевич такой прям. Нахуй вот этот парень. Что, нахуй вот этот парень? Парень фиолетовый, тоже ничего так играет. О, что ты думал вообще-то? Я стильная бабуля. А какие ритузики? Он в этих наггетсах? Эти леггинсы? Не наггетсы. Вот ты правильно судил. Бабуль. А что ты стоишь? Что это? Что было? Какой-то. Это положение вне игры, бабуля все видит. А это 3 недели. Вот игрок в красной рубашечке получил травму, а это 3 недели. Вот я даже не вот. Я вот даже, ну слушай, 2-2. Не представлял, что они могут забить, и поэтому даже не снимал. Это так, им надо это. В защите играть получается. А что это, бабуля, я там стильная, да, я знаю толк. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ты что, ты тоже любишь бабулю? Что-то я открутил, нет, спасибо. Как это? Ну ладно. Бабуля и я. Ну все, забиваем еще один, ребят. Давай, надо забить, ребята. Я пирожками угощу вас. Ухожу. И пельменями, и пивасиком. Пивасик вкусный, я сама варю его со своих козюлек. Так нет же пивасика. Я сварю его с козюлек своих. Фу. Убей, ну! Черкашей закину. Черкашей, блядь. Вот теперь я уже... Ну, что это? Теперь я начинаю нервничать. Что ты начинаешь нервничать? По поводу черкашей? Нет, ты не хочешь, чтобы они черкаши мои попробовали? Фу, блин. Ну что, фу, блин. Ну, бабуля знает толк в пиве. Я же это 20 лет работала на это золотой бочке пивкомбинат. Пивкомбинат? Да. А ты что думал? Пивкомбинат. А еще это 20 лет, короче, в этом. В Германии работала, да, там вот это... В 40-м работала там. Нет, в 45-й я приехала туда, короче, да. Ой-ой-ой, ну зачем же так агрессировать? Ну, в 45-м там такое творилось. Пиво все пили. Где мяч-то? А вот мяч. Правда, почему-то только русские пили пиво. А не немцы. Немцы, они плакали. Я не знаю, зачем они плакали. Наверное, их побили. Ну, в общем, продолжаем следить за игрой. Вот этот мальчик, Игорь, вообще крутой. О, что это он упал? Ты это встань, что ли? Будь пожестче.
Почему вратарь не на воротах? Что за бред? А опять угловой спрашивают? Да елки-палки. Ну сейчас угловой сбросят, это, и сейчас и у нас никого. Вот так это смотри, сейчас угловой будет. Удар. Удар. Вот так, нехороший удар, нехороший. Хороший. Но это хорошо для нашей команды, что он нехороший. Ой, давай, беги, беги, мальчик. Беги. В зеленых. Ты же зеленые носочки одел. Ты смотри, какой веселый парень. Ты включил видео? Да. Бабуля знает только в этих вещах. Слушай, я 10 лет работал. Давай, ну бей! В каноне. Не в каньоне, а канон это. Видеокамеры, канон. Канон? Да, канон. Канон. Это рука там была, короче. Я все видела. Я хоть и старенькая, но я вижу, что... Очень хороший мальчик. Поймал, блядь. Ну, слушай. Чтобы не поражение. Мы могли выиграть же. А почему это? Блин. Потому что там 15-7 одного матча не пойдет. И ни в одну ничего. Да пусть тренируется лучше, а может скоростно. Ну и ладно. Вообще печаль. Вообще печаль. Печально? Печально, конечно, ребята. Ну вообще это, ну что-то не то, ребят. Ну, это печально. Это печальный это факт. Последний мяч можно было и не пропускать. Хотите, да. Я вам пивасика сварю. К сожалению, мы сварю. Можем только сожалеть. Пивасика вам сварю. Все, все, нет, все заканчиваю.